Председатель правительства Республики Дагестан Абдусамат Гамидов встретился в Дербенте с представительной делегацией гостей из Азербайджана. Обсуждали вопросы подготовки к юбилею города Дербента, реконструкции улицы имени Гейдара Алиева и строительства Олимпийского комплекса. Подробнее Сакинат Малаева. Азербайджанская сторона изъявила желание на 2000-летие Дербента сделать древнему городу подарок. В планах соседней республики провести реконструкцию улицы имени Гейдара Алиева и построить Олимпийский комплекс. До сих пор оставался нерешенным вопрос территории под строительство объекта. Предлагали два варианта: за городом и в парке имени Низами. В ходе обсуждения остановились на последнем. Все, у которых вопросы технические, там, политические, как говорится, все вопросы сняты, и они готовы хоть сегодня приступить. Уже определили здесь подрядчика, который будет этим заниматься. Есть представитель Азербайджана регулярно, который будет здесь находиться. У главы города Дербента имама Узамутдиновича есть полное понимание и полная поддержка. И сам, как говорится, готов, засучив рукава, работать ради того, чтобы вот такой объект сдать в следующем году, к 2000-летию Дербента. Впрочем, на этом преобразование в городе не завершается. Городская администрация планирует до юбилея реконструкцию еще 15 улиц. Глава города имам Яралиев пообещал привести в соответствующее состояние и место традиционного паломничества гостей со всего мира – кладбище Кехлер. Что касается инициативы азербайджанской стороны, то и в этом деле поддержка и помощь гарантирована, пообещал мэр. Мы со своей стороны готовы оказать максимальную помощь и содействие строителям. Мы готовы обеспечить необходимые формальности, которые тоже существуют в очень ускоренном режиме. И я думаю, вот эта улица будет одной из красивейших в городе Дербенте. И он будет эталоном, с которым мы будем брать пример, как будем, значит, реконструировать и улучшать облик города в целом, в будущем. Парковая зона, где собираются строить спорткомплекс, сегодня находится в очень плачевном состоянии. Азербайджанская сторона пообещала здесь все не только восстановить, но и навести красоту по мировым стандартам. На таком же уровне будет идти и строительство спортобъекта. Сакинат Малаева, Ибрагим Магомедов, Время новостей, Дербент.